Приветствую! Это канал Максимадзе, и в деревне я на втором этаже, на чердаке, можно сказать, нашел вот этот вот старый ноутбук. Называется Yamashins E510. 2008 года, если не ошибаюсь. Intel Celeron Insight Windows Vista Basic. Короче говоря, я его включил, он так хреново работает на этой Windows Vista. Давайте включим. Включается он вот на эту кнопку. Загораются подсветки. Вот блок питания сюда положил, туда воткнул. Воткнул туда, потому что оно это... Надо будет шнур интернет провести туда. Да, вы, кстати, на экране видите там меня. Но сейчас скоро не будете видеть. Вот такой вот загрузочный экран у Висты. И сегодня я буду на него пробовать Windows 7 ставить. Этот ноутбук моей маме покупали еще давным-давно, в том же 2008. Во, пошла загрузка. Вот так вот выглядит Vista. Проблема у него в том, что производительность откровенно слабая, даже косынка стандартная не пашет без тормозов. Драйвера на DirectX что-то ставиться не хотят. Это Windows Vista Home Basic. Здесь не полный набор игр встроенных. Полный набор состоит еще дополнений Mahjong Titans и Inkball. Еще там идет. Ну давай, камера, фокусируйся. О. Inkball и Mahjong Titans еще не хватает. Это те игры, которые были в этой винде Home Basic. Есть еще Windows Vista Business. В ней вообще нет устроенных игр. Но Windows Vista, она... Система провальная. Вот там даже... Тут даже было написано оценка системы 1.0. Это совсем мало, что слабый комп. Это Mozilla Firefox ставил сюда, чтобы хоть как-то что-то работало. Интернет, чтобы можно было зайти хотя бы. Кстати, об интернет. Wi-Fi драйверов нету, и они что-то ставиться не хотят. Поэтому я буду втыкать вот сюда шнур питания из своего компьютера. Как бы его достать, а? Ой, вот так вот. И вставляем в ноутбук. Вот сюда, как его. Надо подвинуть, наверное, ближе. Вот так. Ну и чё? Вот, всё, пошло. Пошло. И как устанавливать Windows 7, то мы будем. На флешке, через основной компьютер, я скачал образ нашего диска, образа Windows 7. И будем устанавливать на него прямо сейчас. Во-первых, программка есть специальная для этого. Давайте ее поставим. Win2HD называется. Интернет для нее нужен, без него никуда. Садится, кстати, батарея уже в камере. Это нехорошо. Я что-то не понял, что она не устанавливается. Ага, вот. Быстренько устанавливаем эту программу.
все установилось. И теперь запускаем ее. Ты куда, блин? Да, видите, тормозит все вообще. Windows недаром говорят, что Vista одна из самых провальных систем. Дело в том, что изначально здесь Home Basic Vista как раз таки стояла, это после покупки. Но потом поставили на... Да, блин, ну эта программа в интернет любит заходить. Там мне плевать на новые обновления, они мне не нужны. И нажимаем переустановка. И Windows Vista провальная, и поэтому на нее Windows 7 ставили максимально. Там на ней ноутбук работал просто отлично. Драйвера наверняка там закачивать пришлось. Но потом эксперименты какие-то проводили, сюда Vista снова ставили для чего-то. И вот сейчас с ней он работает хреново, я буду делать так, чтобы он работал нормально. Так, вот образ ISO. Так, выбираю максимальную. Мне нужна максимальная. Потому что именно она стояла до этого здесь. Давно когда-то. С ней ноутбук работал хорошо. Ноутбук сам по себе слабый. Всякие простенькие игры вроде Angry Birds потянет. А вот GTA San Andreas, к примеру, не потянет уже. Работать будет, но с тормозами. Так, здесь не трогаем. Ничего здесь не трогаем. Это диск локальный C. Тут только один локальный диск. И флешка обязательно нужна для установки. Как бы на ней ISO-образ замонтирован этот. И нажимаем далее. Требуется создать WinPE-образ. Microsoft.com. Нажимаем ОК. И сейчас скачивание пойдет. Идет скачивание. Скачивается оно быстро. Еще как... Ага, создание пошло. Да, только бы фотоаппарат не выключился. Тут уже зарядки мало в нем. Несколько минут пишет, может создавать. Но тут на самом деле оно меньше минуты будет. Ну, максимум минуту. Нельзя это... Сам локальный диск C, который у нас стоит, он полностью очистится во время установки. А вот эта флешка, поскольку на ней образ этот замонтирован, на ней только опустошится сам этот образ винды. Ничего не удалится больше с флешки. Вот такая вот установка. Так, все еще 50. Ладно, давайте. Ага. Во-во-во. Вся информация на выбранных разделах будет уничтожена. Да, я хочу продолжить. Требуется перезагрузка для завершения операции. Конечно, продолжить. Ну что, оно подвисло. Давай, 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 работай. Работай, работай, работай. Я жду с нетерпением, когда установится новая винда. О, все, пошел перезапуск компьютера. И как раз таки интернет нужен был для того, чтобы этот образ WinPE скачать. Программа его автоматически ставит. Там можно еще из файлов достать этот образ WinPE. Но... у нас бесплатная версия программы. Бесплатная версия программы не поддерживает такую возможность. Идет загрузка файлов. Загрузка файлов. Starting Windows. Он тут экран загрузочный уже с Windows 7 пошел, смотрите. На английском языке, правда, но это только пока что он на английском языке. Дальше вскоре он будет на русском. Как только мы перейдем к настройкам. Но до этого мы должны сначала подождать, пока там что-то там загрузится. Сейчас вы увидите, что именно. Я просто сам даже не помню, что. Вот, сейчас, прямо сейчас мы это увидим. Windows 7 из наиболее старых версий самая лучшая — это Windows 7. У нее поддержка закончилась в 2020, но какие-никакие обновления небольшие до сих пор вроде бы выходят. И это дает нам как раз таки преимущество, что и драйвера будет гораздо проще устанавливать. На Windows 7, на Windows Vista я вообще не смог драйвера поставить.
ни хрена не хотели ставиться. Короче, пошла вот эта загрузка. Перезагрузить компьютер после завершения операции. Вот эта загрузка, она будет довольно долгая, поэтому этот момент мы обрежем. Чик-чик. Прошло полчаса. И наконец-то загрузилось все это дело. Я за это время еще немножко подзарядил камеру. Во время установки Windows, как я уже говорил, нельзя вынимать флешку, потому что образ смонтирован на ней. Если мы вытащим флешку, все нахрен сорвется. Вот пошла настройка Windows самого уже. Настройка, как видите, она точно такая же, как на Windows Vista, только другой задний фон. Там такой зелененький был фон, а тут голубенький. Windows Vista, она вообще, как бы Windows 7 это усовершенствованная версия Windows Vista. Вот, кстати, я на свой комп через VirtualBox зашел в Windows Vista. Вот такой набор стандартных игр должен тут быть. Ну и это чуть позже, чтобы потом интерфейс сравнить. Так, во-первых, русский, обязательно русский язык. Windows 7 максимально. Кстати, Windows 7 уже вот название редакции на русском языке, а Windows Vista они на английском были все. Windows Vista максимально, Windows Vista Ultimate называлась. Так, я введу свое имя. Максим. Просто введу. У меня компьютер уже поднагрелся немного. Пароль вводить я не буду. Ключ продукта. Автоматически активизировать Windows при подключении к интернету. Но это потом, как-нибудь попозже. Сейчас ничего вводить не буду. Принимаю условия лицензии. Тем более мне все равно этот ключ в интернете придется искать. Потому что в образе Windows этого ключа не было. Ну и установить рекомендуемые параметры. Я нажимаю. Я в Новосибирске живу, поэтому часовой пояс Новосибирск ставлю. И время сейчас 14:21, а тут 13:21, нам надо это поправить. Надеюсь, вам все видно. На камеру тут с экранчика вижу, ни хрена не видно. О, смотрите, тут даже драйвера не нужно было ставить. Тут даже не нужно ставить драйвера. На Висту нужно было драйвера ставить. Я чуть не получалось установить. А тут не надо. Тут сразу беспроводные сети есть. Можно подключиться. Но я попозже подключусь, потому что у меня сейчас нету... Я не знаю пароль от нашего Wi-Fi. У меня только отец знает. Поэтому пока пропустим. Да и у меня все равно воткнут шнур интернет. Домашнюю сеть убираем. И сейчас будем смотреть... насколько хорошо будет работать эта винда. В всяком случае, уже видно, что эта винда лучше, чем Vista. Судя по тому, что тут сразу есть беспроводное соединение, там не было. Его можно сделать, но изначально его не было. Вот. Экранчик вот такой вот, видите. Он такой же, как и Vista, только другой задний фон. Как вы уже заметили. И звуки те же самые. Разве что нету в начале этого значка Windows на черном фоне. Перед этим экраном. Ну и в принципе и пофигу, если честно. Сейчас интерфейс у нас загрузится, и вы увидите сравнение этих интерфейсов. Я на компьютере на своем покажу и на этом. Подготовка рабочего стола идет. Это после установки Windows такой, она сразу так все время. Ждем, пока она загрузится. Это будет недолго. Все, Windows 7 установлена. Даже тема Iris сразу автоматически поставилась. Так, посмотрим. Игры. Игры встроенные, как видите, есть. Рекомендуемые параметры обновления. Да, рекомендуемые параметры. Так, увеличиваем.
Вот интернет, нарды, интернет, пик, интернет, шашки, они не работают уже. Потому что в 2020-м поддержка Windows 7 закончилась, и Microsoft отключили сервера на этих играх. Давайте запустим косынку. О, видите, косынка работает без тормозов, без всяких. Вообще отлично, мне все нравится. Компьютер снова работает хорошо. Ну, кстати, я так понял, на него Windows 7 ставили. Изначально же тут Vista стоял после покупки. Как раз таки тоже из-за этой причины, из-за ужасных тормозов. Я так понял. Потому что вот я была Windows Vista только что, она капец тормозная была. А вот сейчас вообще отлично. Косынка пашет вообще без проблем. Сапер, пожалуйста, давайте сыграем. Надо будет как-нибудь сделать видео по этим играм, наверное, если кому-то интересно. Purple Place вот недавно просили поиграть. Так, а что анимация-то? А, вот. Интернет-шашки. Ну, вот если мы зайдем, они просто, оно не выдаст ошибку. Я проводил в 2019 году, кстати, стрим, на котором играл в эти самые игры, в том числе я играл и вот в эти вот игры, три. В 2019-м их поддержка еще была, я в них спокойно играл. И мне нравилось, в принципе, в них играть. Сейчас, к сожалению, они не работают, и больше никогда в них сыграть будет нельзя. Purple Place, он, пожалуйста, Purple Place, ваша любимая, которую вы меня просили снять, и я, собственно говоря, снял. Новичок. Пожалуйста. Purple Place. Еще есть вот это. Немножко пошаримся по Windows. Тоже новичок ставлю пока что. Наверняка у кого-то ностальгия даже возникает. Так, хватит мне подсказки давать. Тут придется угадывать, щелкать, вот так вот, и можно использовать подсказку. Это сразу автоматически пару нах. Ладно, короче, что я по играм-то? Нам надо не только игры же смотреть. Маджонг Титанс, вот. Windows Vista отличается Mahjong Titans кое-чем одним. Другой, там другой звук падания этих фигурок самих. И еще при вот это вот нет подсказки сочетания или заблокированной кости есть определенный звук. Давайте даже продемонстрирую вам. Игры здесь те же самые, что на Windows Vista, только на Windows Vista не было вот этих вот интернет-игр и был еще Inkball. Inkball, правда, что-то на VirtualBox ни хрена не работает. Paint, пожалуйста, компьютер, вот файловая система. Это флешка моя. Win2HD, но можно будет потом переименовать по-своему. Активировать надо будет Windows тут потом. Вот, пожалуйста, смотрите на интерфейс Windows Vista, сравнивайте. Давайте покажу вам, как то самое отличие. Inkball что-то не хочет на виртуальной машине работать, я его открываю, видите, что он происходит. Его можно отдельно скачать, правда, проблематично это немного, но тем не менее получается. Вот так вот Mahjong Titans выглядит. Другой звук, как видите, и... Такой вот звук есть. В остальном ничем больше не отличается. Ну и остальные игры ничем от семерки не отличаются. Интерфейс вот такой вот, иконочка тут такая вот, ну такая же, только вон сама эта панелька меньше размером.
Windows Media Center он есть, пожалуйста. Вот так вот он выглядит на Висте. С такими вот звуками. На Windows 7 звуки были уже другие. Где тут разные? У нас располагаются здесь некоторые игры. Открываются они через Windows Media Center вот в таком вот полноэкранном режиме, так сказать. Это как-то даже мне больше нравится, если честно. А давайте теперь посмотрим Windows Media Center на семерке. Погромче звук сделаем. Отличаются звуки. Так, идет загрузка, но это при самом первом запуске оно так. Отличаются звуки, ну и сами эти заголовки отличаются тоже. Так, игры, как видите, те же самые. При первом запуске карты будут вот такие, крупные, во всех играх. Это именно в Windows Media Center они такими будут. Если их через папку игры запускать, они будут времена года. Ну, в червы. Кстати, червы — это прикольная игра, надо будет как-нибудь, наверное, снять, поиграть. Ну что ж, мы с вами установили Windows 7, осталось только войти в интернет. На флешке есть у меня браузер Mozilla Firefox. Давайте его поставим. А он не опустошился. Windows Vista опустошалась, а это нет. Вот, пошла установка. Потому что этот Microsoft Edge уже не работает. А вот какой-нибудь современный браузер поставить, вот он работать будет точно. Даже на Vista работал. Да, по умолчанию ставим. Но я чуть позже поставлю Chrome. Chrome мне нравится больше, чем Mozilla Firefox. Запустить Firefox, да, запускаем. Зайдем сейчас на YouTube. Не, ничего не надо импортировать, у меня ничего и нету. Зайти через тот компьютер я в интернете смогу, потому что у меня в шнур в ноутбук сейчас воткнут. Добро пожаловать в Mozilla Firefox, пишет. Сейчас попробуем зайти на YouTube. Давай, давай, не медлись, пожалуйста. YouTube. Немножко подтормаживает, но это вскоре оно будет нормально уже загружаться. Да, подлагивает. Все нормально, чего вы паникуете, блин? Хотя да, тормозит. Не загрузка. Да блин. Во, наконец-то. В аккаунт тут никто не заходил. Естественно, потому что мы только-только поставили. И нам выскакивают самые просматриваемые видео на YouTube. В русском YouTube. Но аккаунт свой я зарегистрирую позже. Ну ладно, в общем, такое вот сегодня историческое событие, можно сказать, у вас на глазах случилось. Стабилизировал я наконец-то этот старый ноутбук. Windows 7 поставил нормальную. Там Windows Vista, кстати, которая тут была, она даже
Разрешение не получалось Full HD поставить. Или просто HD. Давайте разрешение посмотрим, какое стоит. А, нет, это, по-моему, меньше, чем просто HD. Но, во всяком случае, там на Висте стояло вообще 1024 на 768 максимальное было, а тут нормально, тут уже получше. Ладно, вот такое вот сегодня видео было интересное. Всем спасибо за просмотр, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Ноутбук этот я буду, а фиг его знает для чего я буду использовать, но, наверное, для чего-то буду. Отложу его вон на ту полку, буду там его, будет там стоять. Сегодня все, с вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы, еще раз говорю. Подписывайтесь на стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.